переговоры по Нагорному Карабаху зашли в тупик, и сопредседатели Минской группы, которые в течение последних лет занимаются не урегулированием конфликта, а скорее имитацией урегулирования конфликта, должны отдавать себе отчет в том, что своими действиями они не только влекут урегулирование в тупик, но они способствуют тому, чтобы Азербайджан воспользовался военным путем разрешения конфликта. Еще хотела бы еще подчеркнуть, я не верю в то, что нынешняя власть в Армении найдет в себе силу, найдет в себе политическую волю идти на разумный и необходимый компромисс. Я думаю, что карабахское движение, которое пришло к власти именно на волне оккупации азербайджанских территорий, не способна на это. Но несмотря на это, думаю, что армянское общество прекрасно понимает, что без урегулирования конфликта, без стабилизации взаимоотношений с Азербайджаном и Турцией у Армении нет ни политического, ни экономического будущего на Южном Кавказе.